Привет, меня зовут Роман Стикс, и этот мастер-класс я хочу посвятить тюнингу вокала, а также коррекции ритмики. Как на двоих загадали желание. И вот, соответственно, наш откорректированный уже вариант. Ну, визуально несложно определить, что действительно вот коррекция выполнена. Мы видим, они совпадают уже по длительности, в отличие от того, как это было изначально. Ну, вот таким образом плагин работает в Cubase. Приниматься естественно. Часто такое бывает на высоких нотах, когда исполнитель не совсем справляется с задачей, и нота звучит несколько натужно, и в ней не хватает вот этой легкости и открытости, которая как раз достигается за счет точно выстроенной вокальной позиции. Тогда этот инструмент изменения формата может помочь как бы приоткрыть звук. Ноты линии, то мы можем управлять резкостью этого изменения. То есть мы можем сгладить некоторые переходы между нотами. Иногда это звучит хорошо. Итак, мы познакомились со всеми инструментами, и самое время приступить к работе. Лучше сразу. Здесь мы видим хвостик вот этот завышен. Также отделю его в отдельный сегмент. Как на двоих загадать, как на двоих загадать. Этой песни. И он определил, что это ре минор. То есть более правильная коррекция получится, если выбрать здесь snap to D minor. И после этого уже корректировать этот питч. Ну, здесь исходный... Происходит, соответственно, анализ и подстройка вот этого даб-трека под гайд-трек. Ну и давайте теперь послушаем, как эти два трека звучат с коррекцией и без. И что мы видим? Идеально точно совпадают вот эти вот гласные. В то же время до коррекции мы видим, что они не совпадали, да? Вы видите, что они отстают вот от этого оранжевого трека. То есть желтый — это без коррекции. То есть, может быть, он не такой яркий, как основной вокал за счет применения вот этого драйва. Ну, как раз перемещаясь между разными вариантами мониторинга, проще быть адекватным. Чувствую рядом родной.